6 декабря 2020 года, как и предполагалось, Волгу Лайв забросили. Забросили уже пару лет назад, ничего не происходит. Первые 5 домов построены, 6-й дом построен наполовину, магазин построен, детский садик нет. И вот те дома довели под крышу и забросили. Уже 2 года они в таком состоянии стоят, не обшиты, не застекленные, ничего не происходит. Территорию не облагораживают. На этом пока заканчивается история строительства Волга Лайф Твери. Раньше работы велись круглосуточно, сейчас вообще ничего не происходит. Но один кран все еще на площадке стоит. Дальнейших работ фундаментом, площадкам не ведется. Но вот эти дома активно заселяются. Людей очень много, свет по ночам горит во всех окнах. Так вот выглядят дома со стороны карьера. Должны были их достроить практически, чуть ли не вплотную до сюда. Был бы огромный район.